Итак, друзья, мы решили вам показать очень наглядный эксперимент. Мы взяли 6 стаканов и взяли чистую воду после фильтра. У нас дома очень хороший фильтр. И в эти 6 стаканов мы налили примерно одинаковое количество воды. Перед стаканами вы видите баночка йода, пакетик с Coral Mine и баночка с H500. Вы сейчас поймете, зачем мы все это делали. Первое, что мы сделали, мы взяли йод и в те первые 4 стакана, которые стоят слева, мы накапали немножко йода. Как вы знаете, йод это очень сильный окислитель, который как раз делает воду кислой. То есть, по большому счету, йод создает кислую среду. А как вы наверняка знаете, кислая среда это очень нехорошая среда для нашего организма. И наверняка вы слышали от многих людей, что, я, например, пью соду, и этой содой, вот мы сейчас это увидим, и этой содой я там как-то себя чищусь. Насыпаем немножко соды в первый стаканчик с водой с йодом, размешиваем. И что мы видим? Цвет воды не меняется, как была кислотная среда, так и осталась. Затем мы берем пакетик Coral Mine и высыпаем его в пятый стаканчик, чтобы подготовить воду для следующего эксперимента. Ну, для ускорения процесса, конечно, его разрываем. В повседневной жизни разрывать не надо, пакетики нужно кидать целыми в воду. И в шестой стаканчик мы разрываем капсулу с H500. Высыпаем и размешиваем ложечкой воду с H500. Затем мы, слушая людей, которые говорят, да, я пью очень много воды, у меня вода хорошая, нормально все. Вот мы во второй стакан доливаем обычной чистой очищенной воды и смотрим. Ну да, немножко стал бледнее цвет, но по большому счету ничего сильно не изменилось. Берем воду с Coral Mine и наливаем ее, внимание, в третий стакан. И видим, что вода практически моментально стала чистая и очистилась среда, стала совсем другой. И из последнего стакана мы наливаем опять же воду с йодом, разведенный H500, и видим, что отлично наш продукт работает.